Работники органов госвласти выявили самых спортивных. В Красных Читаях состоялся зимний этап 12-й физкультурно-спортивной спартакиады. Около 60 команд-участниц боролись за звание лучшей. Состязания по 14 видам спорта проходили с февраля этого года. На финальных стартах чиновники состязались в 4 видах спорта. Дартс, эстафетное плавание, стритбол и волейбол. По итогам всех состязаний были определены сильнейшие команды. Сотрудники Минспорта стали лучшими в стритболе. Команда администрации главы Чувашской республики победила в дартсе, а также в турнире по волейболу. Этой же команде досталась и победа в спартакиаде в целом. На счету спортсменов администрации главы Чувашии 5 золотых и 2 серебряные медали. Что и глава Чувашской республики, и работники органов госвласти сегодня пропагандируют здоровый образ жизни. Они личным примером показывают, что здоровье не купишь, здоровье надо приобретать в спортивных залах, на свежем воздухе и личным опытом. Ну и самое главное, это переходящий кубок, который, наверное, каждый спортсмен, каждый любитель здорового образа жизни хочет этот кубок завоевывать.